В одной руке грабли, в другой – мусорные пакеты. Глава Октябрьского района вышел на уборку детской площадки в хорошем настроении и бодром расположении духа. Вместе с коллегами и сотрудниками коммунального хозяйства он приводит в порядок популярную детскую площадку в районе бульвара Челюскинцев. Эта территория вошла в список пространств, за которые жители Самары будут голосовать с 26 апреля по 30 мая в рамках программы формирования комфортной городской среды. Достаточно большое количество территорий претендует на то, чтобы быть благоустроенными в рамках этого проекта. Мы решили, что если мы уберем ее, она будет более привлекательной, у нее окажется больше шансов на то, чтобы выйти в лидеры. Площадку планируют благоустроить по высоким стандартам качества и сделать максимально безопасной для детей. Будущее этой территории за жителями города. Чем больше голосов получит объект, тем быстрее начнется его обновление. Это вообще замечательно, когда есть такая детская площадка, место, где отдыхают наши дети со своими родителями. Ну и самое главное то, что эта площадка претендует на место в программе «Комфортная городская среда». В рамках месячника по благоустройству только в Октябрьском районе ежедневно трудится более 1000 человек. В выходные дни число желающих привести в порядок улицы города возрастает до 2000. Генеральная уборка стартовала в начале апреля и продолжится до 1 мая. К этой дате улицы Самары уберут полностью. Ольга Павлова, Василий Колдашов. События.